Итак, если вы приезжаете просто на короткий срок как турист, иногда выгоднее снимать просто гестхаус на месте. Гестхаус или отель на 2-3 дня. Я бы вам рекомендовал забронировать именно где-то вот в районе Северного Клифа, центр. Такие вот резорты, они, конечно, стоят уже от 1200-1300 в сутки. То есть отель расположен в самом центре, вы можете пешком дойти буквально за 5 минут до моря. Если, ну вот я видел еще Индустан отель, здесь 4 звезды, но это он выходит на индусский пляж. У них священный этот пляж, то есть там одни индийцы будут, индусы. Навряд ли вам нужен такой отель. Всем привет, с вами на связи Борис Соколов, сайт и канал визасам.ру. И в этом видео я расскажу о том, как снять жилье в Варкале, в Керале, на короткий срок, на срок лечения и на длительный срок для тех, кто хочет здесь остаться жить. Сразу скажу, есть нюансы как для той. Вот я почему разделяю эти три типа, потому что тут для каждой ситуации есть свои нюансы. Итак, если вы приезжаете просто на короткий срок как турист, иногда выгоднее снимать просто гестхаус на месте. Почему? Потому что в отличие от Гоа, здесь нету таких вот туров дешевых, там по 20 тысяч на человека, по 18, по 25. Здесь, смотря туры, начинаются от 70 тысяч на человека, поэтому иногда можно купить билет. Например, я летел сюда 19 тысяч из Москвы. Туда-обратно, допустим, 40 тысяч и снять на месте. Вот как раз я прохожу. Вот здесь очень много, например, рент-рум, рент-апартмент. Я вот на Северном Клифе, где как раз туристическая жизнь, движуха, много аюрведических клиник, много кафе, таких мини-магазинчиков, прогулочная улица, где гуляют люди. Как вы видите, вот за мной прям и аюрведический центр есть, и резорты. То есть их очень-очень много. Что я вам рекомендую? Приехать в любом случае, снимаете ли вы на короткий срок, на длительный срок, или хотите здесь остаться жить, сначала просто приехать на 2-3 дня, забронировать какой-нибудь гестхаус. Вот, как видите, я иду, их куча, прям один за одним стоит. Гестхаус или отель на 2-3 дня. Я бы вам рекомендовал забронировать именно где-то вот в районе Северного Клифа, центр. Потом уже выберите, где вам лучше жить. Можете и на Адаям Бич, и на Южном Клифе, где жилье стоит дешевле. Но вначале так, как удобнее искать. И потом смотреть, где вам нравится жить. Что делать для тех, кто едет на аюрведическое лечение? Первый шаг такой же. Выбрать на 2-3 дня, снять себе гестхаус. За это время выбрать аюрведическую клинику. Что очень важно, если вы выбрали жилье не там, где вы будете проходить аюрведу. Многие центры аюрведические клиники это предоставляют. Важно, если вы не водите байк, даже если водите байк, берите как можно ближе к месту лечения, потому что очень много будет процедур, когда вам, ну извиняюсь за подробности, много времени будете проводить в туалете, и у вас будет диарея. Поэтому берите жилье рядом с тем местом, где у вас проходит лечение. Вот такие домики. Я записываю видео на Северном Клифе. Около моря это, конечно, и стоит дороже, но они есть и на Адаяма Бич, на Южном Клифе. Можно снять от 14 тысяч в месяц. В том числе у вас могут быть две спальни, но очень важный момент, может не быть горячей воды. То есть домики вот такие вот можно снять. Ну, может одна, может две комнаты там быть. Очень многие так делают, вот снимают такой домик, там две спальни, и делят цену, допустим, платят по 7 тысяч. Где еще можно искать жилье? Не просто так ходить и спрашивать у всех, потому что здесь есть очень такая фишка, которая мне не нравится. Например, в Гоа все жилье, которое сдается, стоит вывеска большая такая перед таким домом. Рент-хаус, рент-апартмент. Здесь, например, на гестхаусах, да, стоят такие вывески. Но вот почему-то частные дома, они могут сдаваться, но вывески может не быть. Причем таких вариантов очень много. Даже люди, кто здесь давно живут, мне сразу сказали, видишь, хороший, нормальный дом, он под сдачу, заходи, спрашивай. Вывески может не быть. Возможно, это здесь запрещено так вот явно это показывать.
без налогов, потому что, например, никто не продает на пляжах кукурузу, нету бутылочек бензина в местных ларьках, как это все барыжат в Гоа. И, видимо, так они аккуратненько, либо через агентов, которые, ну, например, вот вы едете постоянно в туристических вывесках, в том числе рент-апартмент, рент-хаус, либо так вот аккуратно, что, да, человек зашел, ну, по крайней мере, никакая там полиция явно не видит налоговую или еще кто-то, что дом сдается. Вот здесь в отеле есть такая зона отдыха. Бесплатный чай, кофе, вода. Можно просто прийти, посидеть. Ну, пока остановился здесь один день, но думаю, это, наверное, скорее всего, то, что мне нужно. Во время занятий аюрведой, ну, во время аюрведы, так как там ешь всякие процедуры, ходишь в туалет, ешь там овощи, фрукты, мясо не ешь, ну, вот, чтобы спокойно отдыхать в номере после там всяких аюрведических процедур. Вот такой вот номер. Ну, в принципе, не знаю, мне вот есть пятизвездочные отели, круто, есть четырехзвездочные, но мне вот именно в пятизвездочных отелях, вот если мне уютно, это самое главное. Вот здесь мне именно во время аюрведы пока, опять повторяю, пока уютно. Что будет дальше? Ну, поживу здесь пару дней, а там посмотрим. Вот мой балкон, стол, стул. Мое жилье мне очень нравится, поэтому не стал искать никакую комнату, никакой дом, никакую квартиру. Такие вот резорты, они, конечно, стоят уже 1200-1300 в сутки, особенно если они в центре находятся, и причем, если вы на длительный срок снимаете, плюс не самая хорошая комната. То есть, если вы хотите жить, конечно, это дорого, это будет выходить там больше 30 с лишним тысяч в месяц, около 40. Ну вот именно если вы едете на лечение или там на 7, там 5-7 дней, самое то по мне. Вот полдевятого вечера, у меня здесь тишина, спокойствие, как бы стараюсь громко не говорить. Если вы будете жить, естественно, в какой-то комнате, в обычном частном доме, там, допустим, за 300-500 рупий в сутки, рассчитывайте, что у вас будет куча соседей, не факт, что они все будут спокойны. То есть вы живете просто в частном доме, большой семьи, у каждого своя комната. Вообще отель, вот он такой, очень удачно расположен. Кстати, вот если хотите, недорогой гестхаус рядом, Манго Гестхаус Парк. Ну вот, завтрак здесь включен, вам дают меню, вы заказываете. Ну, выбор такой, в принципе, не особо большой, но можно кашу, хлопья, яйцо, вот свежевыжатый сок заказать, есть индийская еда. Вот, кстати, как раз сниму небольшой бассейн, который есть во дворе. То есть отель расположен в самом центре, вы можете пешком дойти буквально за 5 минут до моря, дойти до Северного Крифа, это вся, ну, прогулочная улица, продаются экскурсии, магазинчики, ну, происходит движуха и тусовка в Аркале. Вот. Ну, что очень удобно. То есть место расположения очень хорошее. Естественно, рядом куча аюрведических клиник. Если вы хотите хороший отель и недалеко от моря, и недалеко от аюрведы, в принципе, вот вариант. Но тут вот, как я понял, особо вот здесь, например, в отеле никто не живет. Все предпочитают селиться вот в коттеджи на берегу моря, такие красивые, в местном стиле, колорите. Вот в таких гламурных отелях особо никто и не живет. Вот в коридоре отеля висят картины. Вот после того, как прошла аюрведа, еще раз заехали на пару дней в этот отель. Ну, номер уже, да, и такой получше. Но, может, он более, конечно, дорогой. Но из-за того, что отель пустой, нам его дали. Вот тут даже два балкона. Выход. Бассейн такой вот, отличный номер.
И вот там идет дорога прямо на клиф. Вот, ванна когда чистая, еще ее не разбомбили. Очень прям хороший, классный отель. Если, ну вот, я видел еще Индустан отель, здесь 4 звезды, но это он выходит на индусский пляж. У них священный этот пляж, то есть там одни индийцы будут, индусы. Навряд ли вам нужен такой. Вот два таких хороших отеля. Здесь есть Саджой и Индустан. Возможно, есть еще какой-то отель, но он уже расположен именно не в самой Варкале, не на Северном Крифе, а где-то подальше, так как я его на букинге видел, но сам вот сколько не ездил, не встречал. Ну вот один из небольших минусов этого отеля, что шведского стола нет, завтрак заказываешь, его приходится с минут там 15-20 ждать, что не очень удобно.